Загадайте желание. Как же здесь красиво. Сначала расстроилась, как ребенок, аж плакать хотелось. Всем привет! Сейчас у нас час до Нового года остался. Мы уже накрыли на стол. О, у нас даже мышка есть новогодняя, смотрите. Оп! О, какая мышка. Вот такой вот у нас новогодний стол. Еще будет шашлык, картошечка и жульен. Горячее. Подготовились, будем встречать Новый год. С Новым годом! Жульенчик у нас в таких вот, я так и не купила формочки для жульенчика. Картошечка, шашлычок, а, вкусняшечка. Два Деда Мороза. И один предводитель Дедов Морозов. А я Снегурочка. Кир, это болезнь. Все едят, а я беру камеру и снимаю. Я еще и этой камерой снимаю, вот этой. И всех заставляю сниматься, они все едят и едят. И Путин к нам пришел. В общем, я его заставляю сниматься. В общем, у нас уже все движется к празднованию. Эх. Садитесь к нам за стол. Папе, надо предупреждать, когда он шутит. Чтоб Таня успела записать. Я же сейчас буду шутить. 59 минут. Волшебство новогоднее. С Новым годом! О, все. Ура! Так. Надо же выключать свет. С Новым годом! Счастье. Давай, идем. Надо, когда куранты пробьют. На, держи. Ой. Загадайте желание. С Новым годом. Пойдемте на улицу салют смотреть. Вот, все. Пойдем салюты смотреть. Часа, и мы решили пойти к мосту. Но что нас безумно удивило, так это то, что очень много машин едет по трассе. Начала снимать видео ни одной машины. Чё они ездят? О, понятно, чё. Смотрите, сколько машин. Что в голове у этих людей? Они едут на бешеной скорости. Да, они думают, потому что этих людей нет. Офигеть просто. А теперь ответ на вопрос. Почему мы в 3 часа ночи 1 января идем на мост? Посмотреть салюты. А их не будет. Но мы собирались. Мы собирались посмотреть салюты. Но я была в шоке от того, сколько было салютов около нашего дома. Мне, если честно, было страшно, что просто... загорится. Мне было просто страшно, что загорится какой-нибудь дом. О, смотрите. Да, еще велосипед. Самый ближний салют вообще какую-то звуковую волну испускала. Ну, Мика испугалась, мне пришлось зайти. Мика так выла. Угу. Да. В общем, я в шоке. Я еще говорила Лёше, давай какие-нибудь хлопушки купим. Но там люди столько всего накупили. Посмотрите, сколько машин. Посмотрите, сколько машин. Я снимала. Просто дофига машин. Эти люди не хотят встречать Новый год.
Почему? Ну они носятся как угорелые. Сегодня у нас уже 2 января, и мы впервые в этом году приехали в Краснодар. Едем сейчас в парк Галицкого. Перед Новым годом очень хотелось туда попасть. Там открылся новый парк, и очень красиво Галицкий украсил все к Новому году. Вот такие хризантемы мне нужны. О, встретить бы трамвай наряженный, да? Было бы круто. Уже подъезжаем к парковке, и как раз только что на наших глазах включили подсветку у стадиона. Честь нашего года. Вот буквально только что, смотрите, сколько птиц летает. И уже такая, ужас, сколько птиц. Они о, еще летят. Я думаю, может, это они это, в общем, ну ладно, я не буду говорить. Ой, там, глянь, там деревья подсвечиваются. Тут, в общем, пробка. Из машин все хотят в парк Галицкого. Даже птицы, смотрите, какая очередь. Птиц все хотят обкакать. Сколько машин. Все хотят лицезреть красоту. Людей не так много, как машин. Толпы. И вон там уже завтра видна красота. А ну, было мы бы завтра можем поехать за снегом. Ну да. И кошечка с нами. Деловая колбаса. Деловая колбаса. Так красиво. Поэтому? Да. Как в сказке. На самом деле Краснодар вообще как-то не украшает к Новому году. Благодаря Галицкому можно прийти и полюбоваться такой красивой иллюминацией. Вот вака это. Очень много елочки. Кстати, елочка не мигает, это на камеру она так мигает. Ой, прям сказка. Ой, как красиво. Быстрее пойдем туда. Идем по траве. Ай, какая красота. Все фотографируются. Классно. Так светло, ярко, празднично. А здесь проходит фотосессия. Все фотографируются. Очень красиво. А наверх сходить. Очень красиво. А где Леша? Сейчас заходим в амфитеатр. Я уже вижу, что наверху там украшен бонсай. А вот украсили бонсай. Там белые огонечки. Ой, как классно! Не могу налюбоваться. Чтобы снимать для вас красивое видео, чтобы Мика мне не мешала снимать, я сделала вот так. Ну, а потом туда пойдем. Там. Шлейка классная вещь. Как же здесь красиво. Вон там находится мужской туалет, и вон там находится женский туалет. Женский туалет сегодня популярен. А, женский туалет всегда так.
хотите еще порцию красоты? Получайте. Знаете, о чем я думаю, пока гуляю здесь? Я думаю о том, что на-на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на-на, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, на-на-на-на, на-на-на-на-на. Называется геолокация. А сейчас мы пойдем с вами в новый парк, где есть вулкан. В общем, днем он безумно красивый, но мы увидим его только вечером. Думаю, там тоже красивая иллюминация. Только нам интересен этот парк. Большое количество людей находится именно в этом месте. Все. Ну, потому что новое. Да, всем интересно посмотреть, что же там, что же там. Мало кто успел до Нового года посмотреть. У всех. А все идут на выходные. Все идут и смотрят на выходных. Так, ну вулкан еще не готов, снимаю на телефон. Ну, я снимаю на телефон, потому что нас с Микой не пустили в новый парк, потому что там есть рыбки. В общем, там стоит охрана и не пускают туда с животными. Поэтому я дала камеру Максу, и Максим вам снимет, какая там красота. К сожалению, я опять не увижу, я очень хотела увидеть. Еще до Нового года хотелось посмотреть, как там красиво. Ну ничего, еще увижу. Потом на велосипеде приеду и посмотрю. Вот так вот. А вы говорите, что Мику с собой не взяла? А что Мику с собой не взяла? Не всегда есть возможность с Микой куда-то попасть. Вот. Кто-то что-то не видит. Жалко, грустно. Очень классное новогоднее настроение. А то все салаты, спать салаты, спать салаты. Вот. Вокруг очень красиво. Пока телефон не садится, поснимаю еще немножечко. Расстроилась, как ребенок. Ну ничего, я потом на велосипеде сюда приеду и днем его поснимают. А Максим у меня хороший репортер. Он вам все снимет. Сидим с Микушечкой, любуемся красотой, ждем. Сначала расстроилась, как ребенок, аж плакать хотелось. Ну ничего, зато мы Микушечку с собой взяли. А то она боится салютов. Когда бабахают, она прям переживает сильно. Вот. Я как бы не это, не расстроена. Смотрите, вокруг меня какая красота. У нас уже был такой случай. Мы на водопады приехали, и Лёша ждал с Микой, а мы с Максом смотрели водопады. И мы видели такую красоту, а он пропустил. Ну, теперь моя очередь. Вот какой-то вход из растительности. Вон, смотри, какой пол. Ого. Железный. Железный. А там какой-то пруд. Вот тут прудик. И рыбки спят. И, конечно, спят. Да не, они спят. Вместе веселей. Походу, это единственный водоем, который работает. Вот тут пальмы находятся. Так почему-то здесь темно. Да.
А вот тут находится футбольная академия. А интересно, а как они там насос, что ли? А куда вы идете? Она отсюда. Река. Слышь, булькает. Да. Наверное, это вулкан. Какая-то кафешка или зона отдыха. Да. Да, наверное, какое-то заведение. Вот, там видишь, сделано. А вот вулкан. К сожалению, он пока еще закрыт. Но сходить туда очень интересно. Когда-нибудь попозже придем. А вот так вот мы сейчас будем выезжать отсюда. Смотрите, что здесь происходит. Здесь трафик джем. Вот так вот мы, наверное, сейчас долго будем отсюда выезжать. Да. А в аварии ты что, не снимаешь? Да, вот такая вот красота. А на этом всем всего доброго, всего хорошего. Пока.